бедняжка Дилерон. Как он выживает здесь, я не знаю. Вот прямое попадание ракеты. И так разбег. И да, друзья. Но вот, друзья, удается мне спасти мини-кошку. Всем привет, и мы продолжаем игру Modesh, и сегодня трое подписчиков попросили, чтобы я купил Долорена и мини-кошку. Итак, друзья, с удовольствием иду вам навстречу, давайте-ка разблокируем этих героев, куплю их. Ну что же, давайте-ка попробуем уже пробежаться с вот этими двумя героями. И сегодня наш герой Дилерон будет спасать морозную кошку. Итак, друзья, не удалось мне выпрыгнуть. Что интересно, вот в прошлой части, кто с вами смотрел, я уже проходил за красненького героя, а сегодня мы будем проходить за Дилерона. Вот он и будет спасать морозную кошку. Ну что же, вперед. Пока кто смотрел, друзья, здесь все, в принципе, довольно-таки просто. Вот, проходим разные миссии с ловушками, хотя ловушки здесь довольно-таки непростые. Вот, приходится нашему герою карабкаться на стенах, брать ключи, главное не попадать под всевозможные ловушки. И да, итак, Дилерон спасает морозную кошку, это был первый уровень. Вот, в прошлое видео я его проходил, но с разными героями. Итак, друзья, пишите в отзывах, в комментариях, я еще покажу, какие еще у нас есть герои. Ну, а пока спасаем морозную кошку. Итак, вперед. Вот так, здорово. Ой-ой-ой, друзья, осторожно, осторожно, чтобы не попасть на шипы. Будем стараться делать это аккуратно. Вот так. Итак, разбег. И да, удалось, друзья, нам преодолеть препятствие. Вот не помню, что там снизу. Ага, друзья, уже вспомнил. Итак, вперед. Вот аккуратненько проходим вот эти неприятные моменты. Здесь есть пилы. Вот я постараюсь их перепрыгнуть. Вот так. Здорово. Ай, друзья, и я упал. И я свалился назад. И придется переиграть миссию сначала. Вот придется нам... Ой-ой-ой, друзья, не очень аккуратно я перепрыгнул. Тем не менее, пока все нам удается. Итак, вперед. Вот немножко поскальзывается наш герой, поэтому нужно быть очень осторожными. Итак, вперед, вперед, вперед. Давайте-ка я спрыгну. Вот так, замечательно. Вот, отлично. Итак, нужно быть очень-очень осторожными. Вот так, здорово. Итак, попытаюсь я перепрыгнуть вот эти пилы. Вот, отлично. И у нас все получилось. Итак, прыжок и... У нас все получилось. Итак, Дилерон спасает вот мини-кошку. Ну что же, супер, друзья. Итак, вторая миссия пройдена. Идем с вами дальше. Вот, в принципе, без проблем прошли мы второй уровень. Вот с третьей здесь будет, друзья, очень здорово. Итак, я попадаю под пилу. Как печально. Ничего страшного. Давайте-ка мы переиграем эту... Ой-ой-ой, друзья. И вот просто ракеты забросали Дилерона. Вот погибает бедняжечка. Ничего страшного. Друзья, я знаю уже, как проходить вот эту миссию. Ого, что это было? Вот просто-просто забросали его ракетами. Тем не менее, он выживает. Отлично. Хорошо, неплохо. Итак, ой-ой, друзья. Вот это было что-то. Это было что-то. Тем не менее, вот так. Да. Вот получилось. Итак, прыгаем. Вот пока удалось мне выжить. Вот, хотя это было немножко стрёмно. Вот, да, есть, друзья, удалось взять первый ключ. Остался еще один ключ, который нужно найти. Итак, давайте-ка аккуратненько подниматься. Где же второй ключ? Вот он, друзья, есть второй ключ. Вот, ну что же, супер. Итак, неплохо. Давайте-ка я попробую подняться на лифте. Не получилось. Так, ждем лифта. И да, почему-то, друзья, не может наш герой вот... Вот так, давайте-ка. Да, есть. Удалось мне вот выпрыгнуть. И еще вот так. Да, и вот отлично. Дилерон спасает морозную кошку. И мини-кошку, прошу прощения. И у нас все получается. Итак, третий уровень пройден. Идем с вами дальше. Давайте-ка, друзья, попробуем пройти вот эту миссию. Очень непростая. Уже куча ловушек здесь. Вот здесь, по-моему, даже где-то есть шипы. И я попадаю на пилы. Очень больно, очень неприятно. Но, тем не менее, друзья, я уже с вами помню маршрут. Вот так. Отлично. Итак, давайте-ка еще попробуем вот пройти.
Отлично. И уклоняемся. Ну вот, здорово. Хорошо. Вот так. Отлично. И еще прыжок. И нашему герою пока удается перепрыгнуть. Да, вот. Ну что же, пока, по-моему, друзья, неплохо идем с вами. Итак, вперед. Давайте-ка я попробую перепрыгнуть вот этот неприятный момент. И, друзья, есть, есть. Удается пройти возле кучи пил. Вот, и сейчас нужно действовать очень быстренько. Итак, вперед, 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 вперед. Да, удается пройти вот этот опасный участок. Ну что же, неплохо. Итак, еще давайте-ка пойдем с вами вперед. Вот так, замечательно. Итак, прыжок, прыжок, прыжок. Да, есть, есть, друзья, удается. И у нас пока все удается. Вот. Да, друзья, замечательно. Итак, вперед. Вот, не получается почему-то мне перепрыгнуть. Ну, сейчас, я думаю, все у нас получится. Итак, вперед. Да, и я попадаю, друзья, я попадаю. Итак, разбежались и есть, есть. Итак, Делерон спасает мини-кошку. Ну что же, я считаю, очень неплохо мы с вами, друзья, сыграли. Давайте-ка дальше пойдем. Вот я уже проходил эту миссию, поэтому здесь я знаю без проблем, как ее проходить. Так, вперед, вперед, вперед. Есть тут здесь особый ящик. Вот сейчас мы его сбросим. Вот так. Отлично. И давай-ка, Дилерон, пусть ящик встанет. Вот на свое место отключит лазерную пушку, а Дилерон пока вот и движется вперед и собирает ключи. Вот так, да, здорово. Итак, ключи собраны. Вот спускаемся вниз, еще двигаем ящик и попробуем заблокировать лифт. Итак, посмотрим, что из этого получится. Вот, да, супер. Итак, неплохо. Движемся дальше. И да, Дилерон спасает. Вот, берет второй ключ, и я постараюсь, друзья, сейчас поймать, спасти мини-кошку. Вот сюда нужно будет очень серьезно разбежаться. Итак, разбег и прыжок. Да, удается, удается. Неплохо, друзья. Вот и есть победа. Победа. Итак, удалось нам спасти мини-кошку, и мы продолжаем, друзья, игру. Итак, вперед. Давайте-ка я попытаюсь пройти здесь все. Итак, вот начало миссии довольно какое-то простое. Вот сразу же беру ключик. А как нам дальше пройти? Вот нужно будет, друзья, наверное, вот сюда. Ого-го-го-го! И ракеты, ракеты, ракеты. Вы видели, какая неожиданность. Я еще эти уровни, друзья, не проходил. Поэтому, надеюсь, у нас все получится. Итак, ой-ой-ой. И ой-ой-ой-ой-ой. И вот попадает наш герой под пилы. Неприятный момент. Вот за два кристаллика я его спас. Итак, пока проходим довольно-таки неплохо. Вот, отлично. И прыжок есть. Есть, 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 друзья. Преодолел пилы. Но очень опасный момент. Ой! Я был просто в шоке. Я был просто в шоке. Итак, Гелерон попадает под пилы. Ну что же, отлично, друзья. Итак, давайте-ка я аккуратненько попробую пройти вот это препятствие. Ой-ой-ой-ой, и опять я попадаю под пилы. Ну что же, друзья, нужно будет тогда все же нам как-то это дело делать повнимательнее. Вот, отлично. Итак, вот, отлично, отлично. Вот. Итак, как нам перепрыгнуть вот эту пилу, чтобы наш Гелерон выжил? Я не знаю, друзья, но я буду что-то попробовать делать. Так, давайте-ка посмотрим, куда. Вот это безопасное место. То есть, когда будет пила двигаться к нам, нужно будет очень быстренько перепрыгнуть. Итак, и вот. Вот так, отлично. И ай-яй-яй-яй. И я падаю, друзья, на вот на эти вот лезвия. Так, нужно еще раз повнимательнее пройти вот этот момент. Вот так. Ну что же, друзья, нужно будет как-то аккуратно это все пройти. Итак, вперед. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья. И я проигрываю. Вот, ну давайте-ка что ли сначала попробуем переиграть. Вот, ну что же, давайте-ка и попробуем. Первым делом очень простое. Надо забрать ключ. Это удается без проблем. Итак, бежим дальше. Вот здесь тоже все довольно-таки просто. А теперь, друзья, ой-ой-ой, и попадаем мы на
на пилу. Очень неприятный момент. Тем не менее, герой жив. Давайте-ка я попробую вот пройти вот этот момент. И да. Итак, Гелерон жил, как вот только нам пройти возле этой пилы. Ну, сейчас попробуем. Итак, вот, герой жив. Ай, и я попадаю, друзья, я попадаю. То есть, нужно будет это как-то аккуратнее делать. Ну что же, вперед. Вот так, ждем. И вот прыжок есть. Вот, да, друзья, есть. Удалось спастись нашему герою. Вот только куда нам дальше идти? То ли вниз, то ли вверх. Ну, я попробую вот напрыгнуть на вот эту стенку. И что же это за ледяная стенка? Внизу куча лезвий. Куча лезвий, то есть нужно быть очень внимательными. Вот давайте-ка я еще разведаю территорию, что здесь делается. Не знаю, в какую сторону, друзья, идти, но пока давайте как-то разбираться. Вот, ну, вот не знаю просто в какую сторону идти, но я попытаюсь... Ах, ах, как обидно, друзья, как обидно. Итак, давайте-ка спасем нашего героя. Вот куда нам дальше идти? Где второй ключ? Как добраться до мини-кошки, друзья, я не знаю, но буду стараться... Ого-го! Вы видели? Итак, ракета стреляет. А вот, друзья, я добрался до мини-кошки, но впереди у нас лезвие. Итак, вперед. Да, есть, друзья, и наш Гелерон спасает морозную кошку. Ну что же, уровень пройден, хотя был уровень очень-очень непрост. Итак, вперед, друзья. Вот, надеюсь, игра вам понравится. Давайте-ка сегодня еще поиграем этот уровень и на сегодня уже закончим. Итак, есть здесь кнопка. Вот это мы разобрались. Вот, есть один из ключей. То есть, сейчас мы их искать. Что здесь? Здесь просто пилы. Здесь просто пилы. Итак, где же нашему Гелерону найти морозную кошку? Я не знаю, но будем сейчас вместе искать. Ой, что это было, кстати? Итак, прыжок. Ого, как опасно, как опасно. Куча ракет. Ой, ой. Ну и давайте-ка, друзья, я сначала переиграю. Ну что же, отправим мы нашего Гелерона вперед. Вот вижу кучу пил. Аккуратненько перепрыгиваем. Вот так, здорово. Все пока здесь понятно. Пока все понятно. Давайте-ка я попробую вот так здорово прыгнуть. Ай, и я попадаю под пилы. Ну давайте-ка спасем нашего героя. Посмотрим, где он. Вот так, здорово. И есть, друзья. Ах, и я касаюсь пил. Я касаюсь пил, лезвий. И вперед. И вот так. Да, друзья. Да. Вот только куда нам дальше? Вот непонятно. Итак, будем пробовать. Ого, друзья. И что это было? Вот непонятно, что это было, но я постараюсь как-то... Ох, как это было опасно. Ничего себе, бедняжка Гелерон. Как он выживает здесь, я не знаю. Вот прямое попадание ракетой, как обидно, друзья. Вот погибаю. Итак, вперед. Вот, да. Итак, куда нам дальше? Итак, разбег. Вот, есть, друзья, удается. И я вижу ключ, друзья, я вижу ключ. Но куда нам дальше идти, я без понятия. Вот жаль, здесь нет мини-карты какой-то, чтобы понятно было, куда прыгать. Но я пока попробую вот сюда. Итак, разбег. И да, друзья. Как это получилось, не знаю. Но вот, друзья, удается мне спасти мини-кошку. Ну что же, друзья, на вот этой великолепной ноте сегодня я уже с вами буду прощаться. Возвращаемся в меню. Удалось нам сегодня пройти 7 уровней. Вот. Остальные пока у нас заблокированы, я еще не проходил. Если они, друзья, вам интересны, пишите в отзывах, комментариях, будем вместе проходить. Кроме того, друзья, кроме Гелерона, здесь еще и мини-кошки, здесь еще куча героев. Давайте-ка, друзья, я покажу, кто есть. Пишите в отзывах, комментариях, кого вы хотите еще, чтобы я разблокировал. И я с новыми героями попробую пробежаться. Итак, давайте-ка посмотрим, кто здесь есть. Итак, Декс, какие-то два героя. Фаермен, огненный мальчик и огненная девочка. Свамп, вот, то ли это, а скорее всего это зомби. Вот, отлично. Вампиры, ничего себе, вампиры даже есть.
дьяволы. Вот мальчики, девочки, Джонни. Вот Саундбой. Вот любители музыки. Фармер, фармеры. Вот Best, плохие, как я понимаю. Вот еще Броск, какие-то джингли. Вот, ну что же, Майк, куча героев. Сплинтер, что за название, что за герои, непонятно, друзья, но надеюсь, оно вам понравится. Вот еще снова куча героев. Стикмены даже есть. Итак, друзья, Декстик. Вот, друзья, пишите, Голдмен, даже Голдмен, вот такие вот забавные герои есть. Итак, друзья, пишите отзывы в комментариях, кто из героев вам понравится, и я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А начинали прошлое видео мы с вами с Декса, вот, и да, вот еще Айсмен, то есть ледяные люди, вот, Ниндзи есть. Ну и Гелерона сегодня мы с вами, и мини-кошку мы с вами сегодня купили. Итак, друзья, пишите отзывы в комментариях, понравились ли вам эти герои, покупать ли новых героев. Я буду действовать согласно ваших отзывов в комментариях. Итак, всем пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. А чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!